Профессиональный праздник – один из главных поводов собрать всех вместе и районных следователей, и городских. Волейбол в системе МВД всегда был спортом верхних строчек ранжира, поэтому к турниру все команды без исключения подошли серьезно и собрано. Отсюда и упорные противостояния. Конкуренция очень плотная, несмотря ни на что. Да? Все команды достаточно сыграны, и у всех есть самое главное – это стремление победить. Да? Поэтому достаточно плотная конкуренция, очень интересный чемпионат. Понятно, что физика у команд была примерно равна. Сказались антиковидные ограничения. Но каждый форму поддерживал сам, турнир стал этакой проверкой домашнего задания, и с этим как раз проблем у следователей не возникло. Судьбу партии решали индивидуальные ошибки. Мы не прекращали занятия, переводили все сотрудников на индивидуальный характер занятий, то есть саму подготовку. Вот. Все долго уже ждали возобновления мероприятия. А для сотрудников органов внутренних дел физическая подготовка – это неотъемлемая составляющая профессиональной подготовки. Ведь мы сами знаем, в здоровом теле здоровый дух. В финале сошли следователи управления и городских подразделений. В двух партиях победили старшие товарищи, но первыми награждали не их, а лучших стрелков. Прямо перед турниром они определили, у кого из них снайперские способности. Получать награды в свой профессиональный праздник не только за принадлежность к ведомству, но и за спортивные достижения, наверное, особенно приятно. Максим Васильев, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».